Всем привет! Это «Неделя открытий» и с вами я, Евгений Лавряшин. В этом выпуске я расскажу об открытых письмах, о доме, где жил самый известный сыщик в мире, о незаменимой помощнице по хозяйству, самом популярном напитке в мире, о не менее популярной 300-метровой башне, о переводе времени и, конечно же, о Всемирном дне смеха. 140 лет назад в России появились первые почтовые карточки, или, проще говоря, открытки. Но тогда они назывались открытыми письмами. На лицевой стороне карточки размещалась краткая инструкция по эксплуатации, в которой писалось: «Открытое письмо должно быть сполна оплачено государственными почтовыми марками. На этой стороне, кроме адреса, не дозволяется ничего другого писать». Вот так. Очень быстро карточки стали популярны в нашей стране. Они бывают маркированные и не маркированные, с картинками или без. Собственно, когда появились иллюстрированные почтовые карточки, то они и получили название «открытка». Рисунки на них обычно посвящены какому-либо празднику или же служат рекламой. Но с появлением электронной почты, социальных сетей и мобильных телефонов почтовые карточки уже почти забылись. Бейкер-стрит, 221-Б. Это адрес одного лондонского музея, но не обычного музея. Ведь там жил самый известный сыщик на планете – Шерлок Холмс. По крайней мере, так утверждал его создатель, сэр Артур Конан Дойл. Но в то время, которое он описывал в своих рассказах, того дома просто не существовало. Что же было делать бедным почтальонам с ворохом писем, которые были отправлены поклонниками Холмса по этому адресу? Решить эту проблему пришлось одной строительной фирме. Они организовали фирму 221-Б Бейкер-стрит, куда почта для Холмса и доставлялась. Впоследствии улицу продлили, и на дом, номер которого на самом деле 239, повесили табличку 221-Б. Внутри музея все сделано с максимальной точностью, как описывал Конан Дойл. На первом этаже находится сувенирный магазин и маленький ресторанчик. На втором – комната Холмса, а на третьем – комнаты миссис Хадсон и Ватсона. И еще есть четвертый этаж, где находится выставка восковых фигур персонажей из разных произведений о Холмсе. Открытие же музея произошло 27 марта 1990 года. А этот день называется «Днем стиральной машинки». Звучит забавно. Просто в 1797 году, 28 марта, была запатентована первая в мире стиральная машина. К сожалению, никаких сведений о ней не сохранилось. Ни то, как она действовала, ни то, как она хотя бы выглядела. Единственное известно, что она работала вручную, и в ней не было барабана. Такая машинка с барабаном была изобретена спустя полвека. Вообще, версий, почему появились стиральные машины, две. Судя по одной, она была изобретена, чтобы облегчить труд женщин, а по другой – для стирки грязного белья в местах скопления большого количества холостых мужчин – моряков, военных или искателей. Какая версия верна, неважно. Важно, что это изобретение значительно увеличило количество свободного времени. Только вот такая профессия, как прачка, стала невостребована. Но сейчас женщины освоили множество других профессий, не менее полезных. Так что стиральная машинка по праву остается одной из главных помощниц в хозяйстве. 30 марта 1981 года впервые в Советском Союзе все дружно перевели стрелки часов на 1 час вперед. Решили вести летнее время. Якобы это экономит электроэнергию. Хотя впервые перевели стрелки еще в 1917 году. Но тогда данную традицию поддержали лишь на 12 лет. Потом прекратили. В 91-м тоже отменили летнее время, но всего на год. И сейчас, слава богу, отменили перевод часов. Но уже опять начали обсуждать возврат. Кстати, в России только одно учреждение никогда не переводило стрелки ни в одну сторону, ни в другую. Это Центр управления полетами в Королеве. Не делали этого из-за сложности настроек вычислительного комплекса. Там всегда было зимнее время. В общем, пользы от перевода часов не так много, больше переполоха, споров и недовольства. В этот день, в 1889 году, в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Ее назвали в честь инженера Гюстава Эйфеля. Собственно, проект башни принадлежал ему, и само строительство велось под его руководством. Как ни странно, но башня была построена как временное сооружение.
В том году в Париже проводилась всемирная выставка, и башня должна была служить входной аркой для нее. Через 20 лет башня должна была быть снесена, но спасли ее антенны, установленные на самом верху. Это было время развития радио. Сейчас с Эйфелевой башни транслируются и радиопередачи, и телевизионные программы. Кстати, за все время существования башни ее продавали примерно раз 20, в основном на металлолом. Причем один мошенник проделывал это дважды. 1 апреля – день смеха или день дурака, международный праздник. И так и неизвестно, откуда он все-таки родом. Существует много версий происхождения этого странного праздника. Самое распространенное связано с переходом на григорианский календарь европейских стран в 16 веке. До этого наступление Нового года отмечали 1 апреля, а не 1 января. Но некоторые с переходом календаря продолжали праздновать Новый год. Так, ради веселья. В Древней Индии существует праздник шуток, только отмечается он 31 марта. На Руси в этот день верили, что просыпается злой бес, и люди, обманывая друг друга, считали, что сбивают этого беса с толку. Ну а сейчас этот день просто хороший повод шутить над всеми подряд, не опасаясь последствий. Эта неделя кончилась, но впереди еще много удивительных дат. С вами был Евгений Лавряшин. Пока!